17:00 по местному времени. В зоне ожидания аэропорта имени Карамзина в Ульяновске оживленно. Вот-вот приземлится самолет, на борту которого наша землячка, уже чемпионка мира по борьбе, Инна Тружукова. Такой титул в женской борьбе – первый случай в истории регионального спорта. Спустя несколько минут появляется и сама 29-летняя спортсменка. Эмоции до сих пор зашкаливают, конечно, тяжело. Тяжело, в то же время и приятно, но с этим как бы уже все, планка поднята, и опускать уже нельзя. Да, первая чемпионка, но борьба женская у нас только развивается в Ульяновской области и вообще в России. Я думаю, что это начало, и у нас есть будущее. В общем, все наши тренеры, наша федерация стараются, чтобы женская борьба развивалась. Напомним, чемпионат мира проходил в Казахстане с 14 по 22 сентября. Тружукова сначала одержала победу над кореянкой, после поборола спортсменку из Казахстана. В полуфинале девушка превзошла действующую чемпионку Европы из Азербайджана. А в финале со счетом 13:0 сокрушила свою соперницу из Украины. Финальная схватка – это последний шаг, но тяжелее, наверное, было полуфинал, потому что и соперница самая титулованная, можно сказать. А в финале тяжелее психологически, потому что ты в шаге от победы, или ты чемпионка, или ты можешь не выйти на ковер, и у тебя второе место. Инна призналась нашей съемочной группе, что первые несколько дней даст себе отдохнуть и с радостью будет принимать поздравления. А рядом будут самые близкие и родные люди. Я всегда ее поддерживала, не знаю почему. Это, конечно, не женский вид спорта, но всегда поддерживала. Но на этот раз я не могу смотреть, как она борется. Вот всегда так вот я выхожу. Я на этот раз тоже вышла. Как уж потом она начала там побеждать, я потом только зашла. Я не могу смотреть. После передышки спортсменка обещает вновь вернуться к тренировкам и начать готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.